Лето – прекрасная пора для строительства дома, дачи, бани на садовом участке. И о том, как лучше всего это сделать, мы сегодня поговорим с Александром Кирилловичем, заместителем директора компании «Фермер». Доброе утро, Александр. Доброе утро. Вы предлагаете строить каркасные дома? Да, безусловно, мы предлагаем строить каркасные дома, потому что они очень просты в сборке и очень пригодные для круглогодичного проживания. Чем в деталях отличается каркасный дом от обычного? В общем, он ничем не отличается. В основном он отличается в ценовой политике. То, что он быстро собирается и по затратам очень доступный для всех. Пригоден ли каркасный дом для круглогодичного проживания? Да, безусловно, пригоден. При правильном утеплении стен, отсутствии мостиков холода, не образуется конденсата, стена образуется термостена. Это дает возможность круглый год с отоплением жить в доме? Да, да, конечно, это очень теплая стена получается, и в доме довольно-таки комфортно. Внешний вид и внутренняя планировка как-то отличаются от обычных домов? В основном нет. Внешний вид может быть любой, начиная от простого профнастила, кончая там сайдингом. Сайдинг бывает тоже различный, либо пластмассовый, либо виниловый, либо металлический. Внутренняя отделка тоже бывает разная, начиная от простого ДВП, кончая панелями МДФ. Как быстро возможно поставить каркасный дом и сколько времени занимает производство, монтаж? Каркасный дом производства занимает 5 дней рабочих, а монтаж у вас на садовом участке занимает от 7 до 14 дней. Отличается ли цена дома каркасного от дома кирпичного или из деревянных брусьев, например? Да, безусловно, отличается, потому что он очень, дом каркасного строения, он очень прост в возведении. Там требуется всего 2-3 человека. Он не требует капитального фундамента. Многие дачники мечтают получить сразу два в одном. И дом, и баню. Баню возможно возвести в каркасной форме? Да, конечно, возможно. На первом этаже это у нас уже отработанная технология. На первом этаже мы делаем баню. На втором этаже у нас идет комната отдыха полноценная. Также и веранду, наверное, можно пристроить? Безусловно, все можно. Сколько она может держать тепло? Мобильная баня в зимнее время может держать около суток тепло, в летнее время около 2 суток. Потому что помимо утепления у нас идет пароизоляция с 2 сторон, это и отделка. Сколько каркасный дом прослужит своему хозяину? Каркасный дом прослужит более 50 лет, вам верой и правдой. Большое спасибо, что сегодня были у нас в гостях. Я напомню, у нас в утре был заместитель директора компании «Фермер» Александр Кириллович. А мы вернемся в студию через несколько минут. Садоводы Валентина и Геннадий Кучинские уже давно на пенсии. Больше всего они любят моменты, когда в гости на участок приезжают дети и дом наполняется смехом внуков. Летом все члены семьи коротали вечера на открытой веранде. С наступлением осени место посиделок и задушевных бесед переместилось в новую баньку. Хотелось построить баню. Не только для себя, но и для детей, для внучек. У нас их 6. Обратились к специалистам. И за 7 дней нам изготовили банный комплекс, где можно попариться, отдохнуть. А детям и внукам есть место для занятия спортом. Просторная комната отдыха – помещение многофункциональное. Здесь можно провести время не только с пользой для здоровья, но и выгодой для души. После баньки так приятно выпить кружку душистого чая, подтянуть мышцы во время занятий на беговой дорожке, обсудить последние семейные новости. Давайте рассмотрим эту баньку повнимательнее и увидим, что комната полностью отделана сосновым фальшбрусом, который покрыт специальным лаком. Он защищает дерево от лишней влаги. В стенах заложен утеплитель и пароизоляционный материал. В следующем помещении – помывочное отделение. Отсюда можно истопить печь. Здесь находится топка для дров. Есть даже небольшое окошко с двойным стеклопакетом для конденсации. А прямо за дверью – святая святых – парилка. Полок и стены обшиты липой. Это дерево надолго сохраняет свой первозданный вид. Мало того, липа чудесно пахнет. Так что вы можете не только париться, но еще и получать сеанс ароматерапии.
Такие баньки вместительны, несмотря на то, что не занимают много места на вашем приусадебном участке. Подходят к любому ландшафту. Кроме того, хорошо сохраняют тепло. При всех своих достоинствах легки в установке. Сразу после монтажа ее можно затапливать. И наши герои быстро оценили новинку. Банька прогревается быстро. Моечная и парильное отделение раздельные. По утеплению и дизайну ничем не уступает капитальному строению. Семья Кучинских теперь наслаждается теплом и уютом в саду, несмотря на то, что осень уже очень настойчиво стучится в двери. В этой красивой и функциональной бане нашим героям не страшны никакие холода, а семья становится только крепче и дружнее. Тем, кто не любит ждать, компания «Фермер» предлагает комфортные и красивые мобильные конструкции. Им не нужен фундамент, а вам не нужно тратить время и деньги на строительство. Дом или баня, туалет или беседка будут доставлены на участок в готовом виде. Эксплуатировать их можно сразу после установки. Не тратьте время на строительство. Обращайтесь в компанию «Фермер». Троицкий тракт 7А. Телефон 215 45 84.